Выпал сегодня снежок. Решил покататься. Доехали до речки. Скажу пару слов о своем велосипеде, о своем опыте использования данного велосипеда. Это велосипед Fat Bike, так называемый велосипед на широких покрышках. Покупался в сентябре 2017 года. Модель называется Mongoose Argus Sport 2017. Имеет алюминиевую раму. Обвес начального уровня, то есть для начинающих самое то. Камерные покрышки, стоковая резина Kenda Juggernaut Sport. Честно сказать, резина не очень, дубовая, дубеет зимой, уже протектор потерся у меня. Из минусов, наверное, это щелкающая вилка, то есть известная проблема в данной модели. Щелчки появляются в штоке вилки, вот приблизительно здесь. То есть это, наверное, самый большой минус в данной модели. В принципе, я 2 года катался, не было никаких проблем. Около полугода назад появились эти щелчки. Кто-то из владельцы данной модели покупают карбоновые вилки. Но, честно говоря, пока не готов потратиться, выкинуть 7-10 тысяч на одну только вилку. Поэтому катаемся так, как есть. Поставил только многоразовый якорь. Щелчки уменьшились. Но все равно не пропали. В целом велосипед пару китайскую моргалку. Брызговик, сумочку, фару, бутылку и насос. В сумочку кладу ремкомплект, переходник для накачки колес, то есть у меня камеры стоят снипперы Престо. Переходник купил под автоником, то есть когда мне нужно качать колеса, то есть накручиваю и накачиваю обычно на автомобиле насосом, то есть удобно. В целом велосипед меня устраивает,